И мы в недельном чтении Ноах. Сипур меод меод миратек. Очень интересная, захватывающая история. Лиманахну корим ото ке итон, анахну лото всим кимат клюм. Если мы его читаем подобно тому, как мы читаем газеты, то мы не способны воспринять оттуда ничего. Иманахну минасим литфос омек, анахну ломдим амон. И если только мы задаемся целью действительно углубиться в это, тогда мы можем многому чему научиться. Ки бидюк моша амар пастор лифней кама дакот. Потому что им, так же, как и сказал пастор несколько минут назад, коль давар бакитвей кодеш зе ло рак теория, зе давар ораа ле маасим. Всякая вещь в священных писаниях — это не просто теория, это конкретные указания к действию. Я хочу еще раз прочитать эти стихи. ואני רוצה להתחיל בפרק 6. Я хочу начать в главе 6. ואני אולי קורא מפסוק ראשון. С первого стиха. ועד סוף פסוק 9-10. И до 10-го, до конца 10-го. Пожалуйста, смотрите в свои Библии. Буду читать по-русски. Вы читайте по-японски или на своих языках. У людей, людей на земле становилось все больше и больше. У них рождались дочери. И, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится. И сказал Господь: «Мое дыхание в человеке не навсегда». Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору были на земле Нефалим, ибо сыны Божьи, и их число умножилось с тех пор, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Это были древние, славные, издавна люди. И увидел Господь, как много зла на земле от всех людей, и все их мысли непрестанно устремлялись ко злу. И пожалел он, что создал на земле человека. Горечью наполнилось его сердце. Он сказал: «Я смету с лица земли всех людей, которых сотворил, а вместе с ними и скот, и зверей, и птиц. Я жалею, что создал их. Один лишь Ноах был угоден Господу». И вот рассказ про род Ноя. Среди людей того времени один только Ной был праведен и непорочен. Его жизнь была с Богом. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Яфет. Еш кульках арбе тиргумим, вело тами тиргум, מבי את כל העניין וניקודות. אז אנחנו נלמד את הקטע הזו מעברית. Есть множество разных переводов, но далеко не всякий перевод и почти никакой он не может вникнуть действительно в ту глубину, которая заложена в оригинале, поэтому мы будем учить с оригинального ивритского текста. Авал сипур указе. Но рассказ вкратце такой. Ше безманей нох אנשי, אנשים היו גרים המון שנים. Мы знаем, что во времена Ноя люди жили очень продолжительную, проживали очень продолжительную жизнь. לפי אנשים חכמים ומדידות של השנים. И в соответствии с тем, что говорят мудрецы, и если мы будем исчислять лета, которые записаны в Писании, ме йом брия ад йом мабуль авар баэрех 1560 1600 шана. Примерно 1500 лет прошло от дня сотворения до потопа. Баэрех 1600. Ну, скажем так, для круглости 1600 лет. גיל ממוצע של אנשים שהיו חיים על עלי אדמות היו כמעט 900 שנה. И средний возраст, который проживали, которого достигали люди тогда, жившие на земле, они, это было сколько? 900? 900 שנה, כן. 900 лет примерно. Амон. Это колоссальный срок. Коах брия пашут паал. И представьте себе, какой силы было творение, чтобы столько лет это действовало и функционировало. זה היה משפיע גם על יכולת של בני אדם לייצור דברים.
И это, естественно, весь этот гигантский накопленный опыт даже одним человеком, он влиял на то, чтобы он развивался и был способен творить какие-то вещи. И с точки зрения здоровья и совершенства они гораздо превосходили нас, современных людей. Поэтому то, что они были в состоянии производить в своем разуме, это было, были большие вещи. И на определенном этапе люди погрязли в грехах. И мы читаем. Мы вновь, я хочу, чтобы мы вновь прочитали с 4 стиха. Ширли, тикри рак пасук арба. Только 4 стих на иврите, я хочу, чтобы Ширли прочитала. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני אלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה, הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וכאן כתוב, и здесь написано так, ותסתכלו מה העברית אומר. Я хочу обратить ваше внимание, что именно на иврите написано. הנפילים היו שם. Там были нефилим. נפילים זה איזשהו יצורים. И нефилим – это такие творения, что, конечно, я тотцашел, а вода генетичел бней адам, что я маю локхим сугей шелахайот в мербивимо там. И, возможно, это были, было дело рук человека, генетической инженерии, то, что сегодня называется, когда они брали от разных животных и создавали, используя все эти способности, какое-то специфическое животное. Мы не понимаем, что это было за создание на филе. Синим עכשיו מנסים לעשות משהו כזה, וכל העולם אומר, לא, אל תעשו, זה לא, זה לא, китайцы сейчас двигаются в этом направлении для того, чтобы делать все эти опыты с животными и прочее, и весь мир их предостерегает, не делайте, не суйтесь туда, это не, с точки зрения моральной, это нехорошо. И по всей вероятности способность тогдашнего человека задумать что-то и из живого материала как бы создать нечто новое, это было просто грандиозная способность. Но не только это. В четвертом стихе написано, и это вот число этих нефалимов выросло с тех пор, как сыны Божьи стали выбирать себе дочерей человеческих. Ну, эту фразу можно множеством образов интерпретировать. Потому что слово «боги» не всегда говорит, речь идет о Создателе. Катув «бней элухим ба мизмор», ба тегилим, везе медубар аль мелех, о аль мишу ше ба самхут гвуа. Например, в псалмах, когда употребляется сыны Божьи или сын Божий, имеется в виду о высоком статусе царя, имеется в виду живой царь, о человек. Шофет. Или судья. Аз умрим, ине анашим хазаким. И вот говорят, что вот сильные люди, итхилу лакахат банот эш эфо эхшем рацу. Сыны Божьи или сильные люди, они стали брать себе дочерей, которые им нравились, человеческих. Альпи сефер Йов, но в книге Йов бней элухим зе
דרגה של מלאכים שעומדים לפני אלוהים, זה לא בני אדם. По книге Йов, если мы судим, то вот это выражение «Бен Элоим», «Сын Божий» — это уровень ангелов, тех, кто предстоит Всевышнему. И можно предположить, что это были ангелы, которые брали себе дочерей человеческих, жили с ними. Хибурим бен хайот, или бен малах и бен адам. То есть здесь появлялось нечто уже не смесь между животными, а смесь между духовными вот этими духами, ангелами и человеками. Весавир лааних, ше коль ма шанахну корим митология шел Яван, о шел аамим акодмим. И то, что мы можем прочитать в различных мифологиях разных цивилизаций, например, греческой или месопотамской, вот вся эта иерархия, весь этот олимп божеств греческих, например, можно представить себе, что это были те самые нефалим, которые стали входить во власть в силе. И написано, что вся земля переполнилась преступлениями. Хамас – это не только преступление. И Хамас – это не только преступление, то, что мы переводим. Потому что в 53 главе Исаии написано написано о трех видах греха, которые Мессия, Сын Божий, от которых Он нас спасает. Искупляет. И это эти грехи. Хет, авон и пеша. Хамас. Хамас, такого нет. Хамас, вида и хамас говорит, это не что-то действие, то, что ты производишь действие некое, тяжелый грех. Это означает какое-то глубинное изменение твоей природы. Бен адам бадерех кляль ховши ливхор отов ора. И, как правило, человек способен, то есть свободен выбрать или хорошее, или злое. И когда природа человека изменяется, внутренне изменяется вот в это состояние хамас, то уже выбор доброго и хорошего уже не стоит на повестке дня. Ты избираешь только злое. И вот написано, что земля переполнилась вот этим хамасом, когда выбор только на злое. И написано, что всякая плоть изменила свой путь. То есть изменение произошло внутреннее. Можно предположить, что появилось так много вот этих вот перемешанных, где духи, где люди, и все это перемешано вместе, и все это было ориентировано на зло, что это уже невозможно было изменить, вернуть. Амар, дай. И Бог сказал, хватит, достаточно. Курим, и вот мы читаем, нох, что в это время был такой человек Ноах. Векатув алав, эле толдот Ноах, иш тадик ветамим ая бедоротав. Написано, вот родословие Ноя, человек праведный в своем поколении. Нет. Цадик ветамим бедоротав. Где это было? Пасук шеш. Нет. Тейша. Тейша. Вот житие Ноя, он был человек праведный и непорочный в роде своем. Барусит катув бедорото.
написано на русском языке в роде своем. Аваль баеврит катув бедоротав. Кама дорот. Но на иврите написано в своих поколениях. То есть в русском единственном числе, в иврите во множественных. В своих поколениях. Эх лавинедзе. Эх лавинедзе. Ты меня спрашиваешь? Они умер. Эх лавинедзе. Как это объяснить? В лавинедзе пашут. Очень просто. Ле пашут кило. Есть арбе пирушим. Они нутен лахем пируш походу и тер стандарти. Я более-менее общепринятое объяснение хочу вам дать. Ной, а я хай лифнейл мабуль. Ной жил до потопа. Вегам ад кило вегам у раа бният мигдаль бавель. И, по всей вероятности, видел вот это все это мероприятие, связанное с строительством Вавилонской башни. И недельное чтение, которое мы читаем сегодня, оно рассказывает и о том, и о другом. Аз леумат дор шая ат мабуль. И вот в сравнении с тем поколением, которое было до потопа, гуая цадик. Он был праведен. Ве לדור שהיה אחרי מבול ועד עד מגדל בבל הוא היה תמים. И от потопа и до строительства Вавилонской башни вот эти поколения можно о нем сказать, что он был непорочен. בדרך כלל מילה תמים מפרשים כזה פשוט אפילו נאיבי. Пашут медай, леноге дворим раим. Обычно вот это слово тамим интерпретирует такой, как наивный, простой, который просто, ну, живет попросту, не прикасается к злым вещам, ведет себя прилично. Им анахну ботким мила тамим бемешех машек и миштамшим бамила тамим батанах. Если мы посмотрим вообще использование этого слова тамим в Танахе, אז אנחנו רואים אלוהים אומר בזמנו לאברהם תהיה תמים לפניי, то допустим ситуация, Бог говорит Аврааму, будь тамим, то есть будь прост передо мной. זה לא בדיוק פרוסט. Это не совсем прост. וגם לדוגמה כשאלוהים קורא לעם ישראל להקריב קורבנות, אז הוא אומר שהקורבן יהיה קורבן תמים. И когда сыны Израиля по повелению Всевышнего должны были приносить жертвы, то Бог требует, что жертва должна быть тамим. Что это значит тамим? Вот это совершенный, цельное. Шалем, цельное. Эх лавин эдзе. Как это понять? Айом пастор иштамеш мила мейгерет Яаков. И пастор сегодня использовал слово из послания к Якову. Ваяков катув, кшата мивакеш машу меэлухим. И Яков пишет, когда ты просишь что-то от Бога, аз тие мируказал элухим, то обращайся к нему, кого ты просишь. Тие нейман элав, будь верен ему. Аль тивакеш мену каха баалиха бен асидурим. Не пренебрегай Бога так, чтобы типа между этим и тем делом ты так, между прочим, его еще попросил о чем-то. Имата руце ото тие шалем лифанав. Если ты действительно хочешь что-то получить от него, сосредоточься на нем, будь целен перед ним, посвяти ему себя, потому что он достоин. И вот я показал, что поколение предпотопное, эм аю млей хамас иштану бедаркам, а тева шелем иштана. Я показал, что их природа изменилась, она стала наполнена хамасом, вот эти совершенно, то есть изменения в плохую сторону. А валь аль ноах катува я цадик. Но о Ное написано, что он был праведен. А я не дбак ле стандарт шел элухим. Он все еще держался стандартов Всевышнего. Ведор ахарей мабуль. Но вот поколение после потопа. Эм ло ю тмимим. Они уже не были тмимим, они не были цельными, они уже подались каждый в свою сторону. Кол эхад хипесет шело. И каждый искал своего.
ומולם נוח היה תמים שלם. И вот сравнивая, если сравнивать с ними Ноя, то в этом смысле он был тамим, он был цельный. Эгерет лееврим перек 11 אומרת לנו. И послание к евреям 11 глава говорит так. Бли муна ившар להיות ראוי לאלוהים. Без веры невозможно угодить Богу. ועדיף להגיד לא אמונה, אלא נאמנות. И я бы предпочел говорить не вера, а верность. כי אמונה זה כמו מתנה שפתאום יורדת עליך, ואתה אפילו מסוגל ללכת על המים. Потому что вера это что-то, что это дар небес, который падает на тебя, и получая его, ты можешь творить чудеса, да, даже ходить по воде. Неиманут. Верность. Замаше пастор лимит. Это то, о чем учил пастор. Что беколь мацава там амших легодот элухим. Несмотря ни на что, происходит ли с тобой доброе или злое, ты остаешься верным Богу, и ты не теряешь своей надежды на Него. И вот очень интересное нечто. В 11 главе послания к евреям, после этого провозглашения о вере, которое мы только что сказали, написано также и о Ное. То, что написано, что в его поколении он был праведник. Потому что всем своим сердцем надеялся на Бога. И вот после всей этой сложной интерпретации хочу что-то простое дать нам. Леораа хаим. Машу мааси. Что-то действенное, что можно использовать, взять, использовать в жизни. Атем бетах шаматем битуй казе меаурим шелахем. Вы наверняка слышали это выражение от ваших родителей. Ледугма асита машура яхадима хаверим шелха. Вот ты сделал что-то пакость какую-то со своими друзьями. Аз аурим омрим леха. И вот родители говорят. А им кулям ковцим мекума эсер зма ата гам тикфоц? Если все прыгнут с 10 этажа, интересно, ты тоже прыгнешь вместе с ними, потому что ты с ними? Ве ата бетор елед айта умер. Ля-ля-ля-ля, они бухер это дерех. А ты говоришь, конечно, не-не-не, мам, конечно, я ж понимаю, я все правильно сделал. Зе сипур шел Ноах. Это рассказ Ноя. Бехаейну. В нашей жизни. Ине акшав. Вот. יש כל כך הרבה פיתויים במיוחד לדור הצעיר. В нашей жизни есть так много искушений, особенно для молодых, вот типа меня. כן, ואפילו יותר молодых, מאשר אפרים. И даже еще младше. אתם יודעים, יש יותר צעירים מאפרים. יש. יש כמה מאיתנו יותר צעירים מאפרים. Да. Ну ладно. Дорогим. Есть некоторые среди нас сопляки в сравнении со мной, но вообще детский сад. Азбекицер, айом, ата мистакел аль хаим шел Ноар. Когда мы смотрим на жизнь Ноя, Ноар, а, молодежи, анахну руим хофеш кольках гадоль шело иуман бишвлейну. То мы просто протираем свои глаза и не можем поверить. Настолько много свободы сейчас. Мы не можем воспринять это. Пам! Анаши маю походим, гевера я похед лагад беячел иша. И раньше, чтобы прикоснуться мужчине к женщине, это должны были пройти годы. Ахшава коли штана. Сейчас все изменилось. Гам баркета шел התייחסות, יכולת שלנו להבטיח משהו ואחר כך לבטל את זה. И также в отношениях между людьми. Ничего не стоит сейчас что-то обещать, а потом вообще забыть про свое обещание. כתוב מאוד ברור. Очень ясно написано. ישוע אומר. ישוע говорит. שבאחרית הימים. Последние дни. יהיה כמו בזמן של נוח. Будет подобно тому, что было во времена Ноя. אז עלינו אחריות. Так что на нас ответственность говорит всем нам, особенно молодежи,
Если весь мир, весь этот мир сойдет с ума, и он будет вести себя подобно, как в дни Ноя, а за та ты як Ноах, то ты должен быть, оставаться верным Богу, цади, подобным Ною, цади, праведником, праведником вешалем, и цельным, тамим. Они хушев шанахну бетору рим. Я думаю, что мы в качестве родителей слишком много даем свободы нашим детям. И нам важно быть более мудрыми. Потому что если ты сейчас не предостережешь и не научишь своего ребенка быть подобно Ною, יש אנשים שמפרשים את המילה הזאת ישר, אני צריך להניש את הילד. И некоторые думают, ага, научить это значит надо наказывать как следует. להסביר, קודם כל. Я имею в виду, прежде всего, объяснять. ולדבר. И общаться, и говорить. ולמסור להם מסר. И передавать им свою, свой опыт. של אבא ואמא. Властью отца и матери. ובדוגמה אישית שלך. И своим личным примером. שאתה הולך לפי סטנדרט אלוהי. Когда они видят, что ты ходишь по стандарту Всевышнего. ובמעשים שלך אתה מפוזר כמו גל במים, כמו גל בים. מפוזר? Как אתה לא מתפזר כמו גל בים. И в своих делах ты не растекаешься, как волна в море от одного горизонта до другого. Но ты берешь какую-то цель, и ты следуешь этим направлением. Дугма и щит. Личный пример. Милим в дугма и щит. Слова объяснений и личный пример. Ахерет анахну нире идардерут от ютер гвуа. Иначе мы увидим падение еще более глубокое. Поколение, которое окружает нас, конечно, в своих грехах они еще, все еще не достигли уровня поколений Ноя. Потому что у них нет тех способностей, у них нет тех, той силы, которой обладали во времена Ноя живущие люди. Но с точки зрения морали, этот мир очень быстро падает. И на нас лежит ответственность, на тех, кто приняли откровение о Иешуа Мессии. Иешуа амар пам, им циткатехем ло тавор циткат хапрушим, ше цедек шел апрушим ая дей гавуа. И в свое время Иешуа сказал, если ваша праведность не превзойдет праведность прушим, фарисеев, а их праведность считалась наивысшей в свое время, то вы не сможете войти в царство. Заботимся ли мы о нашем доме? В послании к евреям написано. Баэмуна Ноах. Верой Ной принял откровение о потопе. И он заботился о том, чтобы спасти свой дом. Но он был также свидетелем для других. И он исполнил цель, которую поставил для него Всевышний. Он остался праведен. Я утверждаю, что в нас есть дух Иешуа. И мы не должны послушность и послушание наших детей покупать исключительно за деньги и что еще? Матанот. И за подарки. Но то, что мы слышали от нашего японского друга и пастора.
Очень важно молиться о том состоянии, в котором вы пребываете сейчас. Вот сейчас, то, что есть сейчас. За это благодарить Бога. Таким образом, ты как бы подтверждаешь, ты провозглашаешь, что ты надеешься и на него, что все это, вся эта ситуация, в которой ты находишься, он знает, он видит, он царих, властвует над ней. И ты должен открывать свои уста для мудрости в помазании Духа Святого. И говорить тем, которые окружают тебя. Есть цедек. Есть праведность, и ты должен быть цельным в своей жизни. Люди говорят, ну да, но у меня есть сомнения, у меня есть вопрос, я не до конца уверен. Я не могу сказать о себе, что я прямо вот на 100% доверяю Богу. Ишуа говорит. Брита Хадаша умерет. Новый Завет говорит. Эйн мацав шелота гиус факот. Это 100% будет, что сомнения придут. Аваль. Но. Бишвильзе еш лану мох. Для этого у нас есть разум. Ванахну яхулим лагид лес фикот ло. И мы можем сказать нашим сомнениям, я не принимаю вас. И по нашему пониманию, то, как мы понимаем, продолжать двигаться путем Всевышнего. В надежде и уверенности то, что Он отзовется на наш поиск, на нашу верность и нашу последовательность. Этим я хочу закончить, я хочу молиться. И я сейчас обращаюсь к родителям. Пожалуйста, вы меня слышите сейчас? Алейхем ахрают. На вас ответственность. Умрим адматай. Спрашивают, до каких пор? До 13 лет? Они хаяв лагит по машу мед миваеш. Я хочу что-то устыжающее сказать. Вот именно. Рабим миладехем. Многие из ваших детей. Авру кан бат обар мицва. Которые прошли здесь бар мицву или бат мицву. Азву. Они, где они? Кипитом нататем лаем, это идут, а так шав гадоль. Потому что то, что они поняли от вас, это следующее. Теперь ты большой. У гадоль рак бахрают шелха. Он только в твоей ответственности большой. Лецари арав, о лесимхати арав. К моей радости. Альпи танах. Адше ешло иша обааль. В соответствии со священными писаниями, до тех пор, пока они не вышли замуж или не поженились, они все еще пребывают в твоей ответственности. Потому что в Новом Завете написано, и найдет себе жену, и они станут одной плотью, и они отлепятся от своих родителей. И если ты сегодня, сейчас сожалеешь о том, что твой ребенок сделал бат или бар мицву, и он вышел из общины, потому что этот мир настолько повлиял на него, и он почувствовал свободу быть тем, кем он изберет быть и быть самим собой. Идучил пастор Японии. Так что послушайте нашего японского пастора.
Начните молиться за вашего ребенка. Благодарить Бога за него. И плакать перед ним. И в молитве. Высвобождать сверхъестественную силу. Для спасения ваших детей. А ты мы винимоти? Вы меня понимаете? Зе парашат шавуа Ноах. Это то, что мы учим из недельного чтения Ноах, Ной. Эмацмаим. Они самостоятельные дети наши, да? Аваль барак ба эзор шеатем нотним лаем. Но только в той сфере, в той области, которую вы им обрисуете. Они микавы меочи кибальте медзе. Я очень надеюсь, что вы приняли то, о чем я сказал. Давайте привстанем и будем молиться. Отец наш, который в небесах, я верю, что неделю назад, когда мы сидели со старейшинами, не случайно пришло к нам понимание, то, что в этом году мы должны все больше и больше говорить о практическом хождении перед Богом. Теология и тайны Танаха, Библии, это очень интересные вещи. Это очень увлекает. Но нам важно давать объяснение. И влиять духовным образом на те цели, которые мы понимаем из этих объяснений. Мы хотим видеть, как те люди, которые в свое время оставили общину, особенно молодые, они возвращаются по своему собственному выбору. Потому что Бог, сам Бог прикоснулся к ним. И помоги нам, Отец, возрасти в зрелости духовной. В праведности и в цельности. Чтобы нам быть людьми веры, цельными. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.